продолжит Марина Пормина. Сабит Аруджи в 16 лет преподавал в школе ликвидации неграмотности, но гораздо больше его интересовало бурно развивавшееся нефтяное хозяйство. В 1936 он заканчивает азербайджанский индустриальный, работает на месторождениях мастером, управляющим начальником. Новаторские идеи Аруджева инициировали технологический прорыв морской нефтедобычи, награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, сталинскими премиями. В 1972 Сабит Атаевич назначен министром газовой промышленности. Главное достижение Аруджева – освоение Уренгойского месторождения. В 73-м он указал место закладки будущего города Новый Уренгой. Учитывая особенности региона, предложил принципиально новый подход к освоению газовых залежей. В 75-м на Уренгойском месторождении завершено бурение первой скважины и заложен первый камень – фундамент 60-квартирного дома. Уже в 78-м счетчики зарегистрировали миллиардный кубометр добытого там газа. Голубое топливо шло на внутренние нужды страны и далеко за рубеж. Статус города Новый Уренгой – официально получил за год до кончины Сабита Атаевича. Именем Аруджева названо Уренгойское объединение по добыче газа, набережная в Надыме, пассажирское судно, русскоязычная школа в Узбекистане, улица в Баку. В Новом Уренгое ему установлен памятник.